Четвертый день выставки ProdExpo 2022. Друзья, здесь интересно. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Евгений, я из компании Food Stories из Алтайского края. Мы производим 6 брендов популярных полезных продуктов без сахара, сахарозаменителей и всяких прочих вредностей. Давайте чуть подробнее. Вижу, что абсолютно разные упаковочки здесь. Давайте начнем, откуда захотите. Да, хорошо. Расскажу немножко про все продукты, на некоторых остановлюсь подробнее. Первый продукт – арахисовая паста. Делаем 9 разных вкусов арахисовой пасты. И что тут интересно, мы очень сильно заморачиваемся по подбору арахиса. Мы долго выбирали, во-первых, страну происхождения, остановились на Бразилии, потому что решили, что он там самый вкусный. Но это еще не все. Мы внутри Бразилии выбрали конкретную ферму, с которой мы работаем. И теперь работаем только с этим арахисом из этого региона, потому что на наш вкус разница реально есть. Следующий продукт, сразу два продукта, это батончики Труфру и подзарядка. Труфру – более классические фруктовые батончики из фиников и орехов, сухофруктов. И подзарядка – более интересный батон. Мы его сделали с протеином, с какао, с кокосовой стружкой. Он уже не похож на классические фруктовые батончики, он отличается и на вкус. Некоторым напоминает пирожную картошку. В общем, совершенно другой продукт получился, несмотря на то, что все еще финиковый батончик, все еще без сахара, все еще без заменителей, без усилителей вкуса, без консервантов. Получился интересный, богатый вкус, но вот такой вот необычный. Следующий бренд наш – это арахис здорового человека. Мы делаем 4 разных вкуса – сладкие, соленые, с перцем, с травами. Как я уже говорил, мы заморачиваемся на подбор арахиса. Именно поэтому этот арахис отличается по вкусовым свойствам от того, что в целом представлено на рынке, потому что он определенного региона происхождения. Наш один из лучших брендов на текущий момент, самый локомотивный наш бренд – это конфеты без сахара. Называются они «Извините, я все съел». Называются не так действительно, потому что можно, не заметив, остановиться и съесть всю баночку просто буквально за несколько минут. Очень вкусные получились. Хочу про эти конфеты рассказать чуть подробнее, потому что мы очень-очень долго их разрабатывали и старались сделать конфеты без сахара, чтобы они были вкусные. Задача оказалась реально непростой, почти год мы ее решали, но правильное сочетание ингредиентов позволило нам добиться отличных вкусовых качеств, не используя сахар и, так скажем, замаскированный сахар. Мы не используем патоку, либо какие-то заменители сахара или еще какие-то подсластители ненатуральные. Здесь вся сладость исключительно за счет фиников и добавленных фруктов, и при этом конфеты имеют яркие, необычные, оригинальные вкусы, на финики уже совершенно не похожие. И с этого края еще один бренд. Это классическая гранола «Завтрак по расчету». Это мюсли, обжаренные в меде с добавлением фруктов и орехов. Очень интересный вкус тоже получается. Можно кушать просто ложками, потому что мюсли уже готовы, обжаренные. А можно заливать молоком, соком, чем кому нравится, и тоже отлично получается. Вкусно рассказали, и сразу хочется купить. И сразу давайте поговорим, где мы можем это сделать. Смотрите, мы представлены широко в интернете, на всех популярных маркетплейсах. Озон, Wildberries, Яндекс.Маркет. Также представлены с этого года во вкус или будут наши батончики подзарядка. Представлены в Глобусе, представлены в Утконосе, там в Глобусе представлены наши конфеты. И в огромном количестве небольших, маленьких эко-магазинов по всей стране. Больше 3000 партнеров у нас по России, которые представляют наши продукты. Замечательно. Хочется пожелать вам, во-первых, удачи, и хочется, чтобы линейки ширились, разрастались, количество брендов росло, приходили на ум самые необычные, но очень вкусные и полезные вкусы ваших продуктов, и пусть выставка принесет вам новые бизнес-контакты. Спасибо большое, большое спасибо за интервью, и вам удачи.